В этот прекрасный летний день кто-то отдыхает за городом, а кто-то нежится на пляже. А мы наблюдаем финал ежегодной национальной премии в области фитнеса OnFit Awards 2013. Лучшие фитнес-инструкторы России собрались в фитнес-клубе World Gym Ферганская, чтобы помериться силами и доказать свой профессионализм. Давайте пойдем и посмотрим, чем сегодня финалисты удивят экспертов. Сами в целом оцениваете сегодняшнюю вашу работу? Могла бы лучше, скажем так. Но все-таки волнение, оно сказалось на всем мастер-классе. Я в себе уверена. Правда, немножко дрожал голос. Не немножко, хорошо мне дрожал голос. Все-таки есть некоторая доля соревновательного духа, и поэтому волнений очень много. Если бы этого не было, естественно, все прошло глаже, и, наверное, как на урок, когда я бы себя еще более уверенно чувствовала. Но, в принципе, неплохо, я думаю, что все хорошо. Выше потолка я не прыгну. Я довольна работой, результатов клиента больше, чем своим выступлением. Над своим выступлением можно работать и работать всю жизнь. А вот с клиентами это первая благодарная публика, которая, если у них получается, значит, ты сделал свою работу хорошо. Ну, мне сложно самой оценить, все соперницы очень сильные, но я, конечно, волновалась, не без этого. Волнение было однозначно. Это, наверное, самая большая сложность в том, чтобы унять свое волнение, собраться и выдать то, на что как бы способна. Ну, в первую очередь, мне бы, конечно, хотелось для себя, да, вот понять вообще, на что я способна, да, то есть вот свой уровень показать. И, конечно же, это общение, безусловно, это опыт, и мне приятно было, да, там посмотреть другие мастер-классы, для себя что-то подчеркнуть. Была очень приятно удивлена, что уровень с каждым годом растет и растет. И, конечно, так бы заметно, что каждый презентер сделал очень большую работу для того, чтобы подготовиться к этому уроку. Это чувствовалось, это было очень приятно. На мой взгляд, нет. Вот такого расслоения, как, например, в прошлом году, не было. Во-первых, мы проделали, вот все члены жюри, очень большую предварительную работу. И в этом году это было делать очень удобно, потому что вот нам предоставили возможность онлайн оценивать участников. И мы уже достаточно подробно с каждым участником познакомились на предварительном этапе. И, в общем-то, финал вышли лучшие из лучших. Поэтому, тем более, наша задача усложнилась сегодня, что не было вот... явно вот, в начале лидера. Ну, очень удобно вначале оценить онлайн, поскольку у нас есть возможность познакомиться заранее со всеми конкурсантами, выделить для себя уже каких-то более, скажем так, ну, лидеров, да, в этой номинации. И уже потом вживую, когда мы видим действительно живой урок, когда люди работают непосредственно с клиентами, как они работают с клиентами, как они говорят. То есть это именно такой фрагмент живого урока. И вживую оценить реальную работу тренера. На самом деле очень интересная задумка и большой рост для тренеров, большая мотивация для работы. И то, что в этом конкурсе представлены с каждым годом все больше и больше номинаций, это тоже говорит о том, что в принципе фитнес развивается, идет вперед. И очень хорошо, что тренеры с каждым годом растут в своем профессиональном, ну, как бы в варианте, и как преподаватели растут, и появляются новые молодые имена.